Всем привет, с вами Умка, и сегодня мы вместе с вами будем играть в Легенда Дракономании. Сегодня у нас понедельник, начало новой акции Тирана, Тирана Воды. Обожаю, стала обожать эту акцию, потому что они там ее очень сильно упростили. В прошлый раз мы почти всех драконов забрали, почти всех. Одного нам не хватило, или двух, или одного, не помню. Но там настолько было мне интересно играть, она была очень большой, очень длинной. И я надеюсь, что эта акция тоже будет легкая и, возможно, можно будет какого-нибудь красивого дракончика, который мне больше всех приглянулся, забрать. Я очень сильно хочу поучаствовать в этой акции и поиграть. А за сбор всех драконов-тиранов воды у нас будет дракон Гладиатус Аква. Очень красивый, я думала, что его можно будет так собрать, но нет. Его надо собирать за всех драконов, то есть мы собираем всех драконов воды, и нам выдают этого красивого дракона. Еще у нас вернулся дракон-фантом, это с первой акции, самый первый. Я его собирала-собирала, так и не дособирала, но... Надеюсь, что смогу и его собрать. Сейчас мы с вами все посмотрим. Так, отлично, господи, как хорошо. Так, у нас дракон месяца, гадкий утенок, как я уже говорила или не говорила, не помню. Так, у нас тут новый дракон недели цветения, очень красивый дракон. Как вывести? Это джунгли и солнечный. Очень красивый дракон, советую к выведению. Закончилась акция, соло-акция. К сожалению, не успела я ее пройти. Я сидела вчера допоздна, до 4:30, но так и не смогла ничего пройти. Поставила будильник на 7, не смогла проснуться из-за того, что очень поздно легла. Почти, можно сказать, под утро. И... не смогла получить дракона-краба. Но надеюсь, что он еще появится, и можно будет его вывести. Очень красивый дракон. Так, давайте посмотрим, что у нас в бездонной темнице. Начнем с этого. В бездонной темнице у нас новый дракон. Это Бон-Одори. Бон-Одори, красивый дракон. Это новый, я так понимаю, дракон. Жалко, что в темнице, хотелось бы в какой-нибудь акции его получить. Он такой китайский, японский, я очень люблю такую тематику, ну, японскую, китайскую, очень хотелось бы его получить. Что у нас еще? В магазине у нас дракон-зомби в очередной раз, бронебой, царство, можно также... билетики, кстати, хорошее предложение. И жилище тиранов. Ух ты, у нас прям. Билет тирана, жилище тирана, 50 тысяч золота и какой-то праздничный подарок. Это, наверное, даже страшно тратить, но это, наверное, какое-то украшение, я так понимаю, да? Скорее всего. Так, битва с боссом. Битва с боссом у нас кувшинка, да? Проходить не буду. По-моему, это кувшинка. Да, это кувшинка, она у меня уже просто есть. Ну, у кого нету, то вот. Итак, давайте посмотрим тиранов. Коллекция тиранов. Главный дракон Гладиатус Аква. Тиран. Давайте сюда зайдем. Открыта первая глава. Хорош. 5 билетов нам дают. Так, магазины. Так, давайте сюда. Пропуск тирана. Угу. За потраченные вот эти вот штучки, за которые мы будем покупать тиранов, нам будут давать эти подарки. Ну, как обычно, везде такое. Временное предложение, акционная энергия, билеты, драконы. Обмен частей, за получить фрагментов 50, 4, за 200 можно, честно сказать, я вот тут мне чуть-чуть меньше первого сделали, немножко не понимаю. Так, получить фрагменты 50 за 100,
Это первая глава. Вот этот вот дракон. Флувиус Нокс. Латицис Пура. Категис Мигра. И Альтум Тенебрус. Вау, какие названия-то ужасные. Невыговариваемые. Так, у нас глава четвертая. Дракон Альтум Невирус. Тенебус. Вот. Красивый. Я его хочу. Он мне очень нравится. Я его, наверное, буду покупать. Давайте скрин сделать. Но я, конечно, не забуду, но чтобы просто было. Так, этапы и эпические акционы темницы. Так, это хорошо. Давайте, что еще? Там еще обещали какого-то. Ну, это, наверное, вот тут можно, да? Давайте попробуем. О, хорош, хорош. Да, я обожаю лабиринт. Обожаю думать. В лабиринте прям вообще шикарно. Такое проворачивать. Экономишь там все дела, пытаешься. Блин, а можно мне сундучок? Нет, нельзя. А, нет, можно. Отлично. Так, спасибо, Оди, что разрешил нам использовать свой подводный механизм. Да, знаю, что странная просьба, но все ради того, чтобы мы могли найти новых уникальных драконов. А, Отто. Господи, Оди, это подводная лодка, Хоги. Но ты можешь назвать ее как хочешь. Я рад сопровождать тебя. Паола. Оди, Хоги. Мы используем кодовые имена. А, я все-таки правильно прочитала. Вздыхает. Это клички, которые когда-то использовали Отто и мой отец. А, понятно. Можно я тогда буду профессором? Хо-хо-хо, отличный выбор. Паола, но боюсь я предвзятый. Я понимаю, что рядом нет мисс Панаце, которая призвала бы нас всех к порядку, но можем мы сфокусироваться, пожалуйста. Да, Порша была удивительно немногословна, но по поводу своего решения остается в Нуме Сарии Паола. То есть, профессор, ты знаешь почему? Ужасно. Ужасный перевод, или я так плохо читаю. Ха. Ну, у нее клаустрофобия. Ну, думаю, она просто хотела помочь мисс Арии с драконами, которых мы уже спасли. Вообще-то, я думаю, она просто не доверяет Отто. Не могу ее винить, особенно после того, как стало известно о его тиранском происхождении. Но, ой, что это? Коготь Хроноса. Дракон напал на лодку. Я потерял управление. Хорош. Собираем как можно больше этих О, хорош. Нам, кстати, тут тоже может выпасть. Надо будет посмотреть, как фантома я собрала. Просто если я его прям хорошо собрала, то в течение, думаю, 2 недель игры я собрать смогу его все-таки этого дракона. Было бы очень классно. Так, ну тут я уже надо быть поаккуратней. Билеты не так часто попадаются, но должна сказать вам, ребята, то, что программа вот эта вот, она рассчитана на то, что если ты 2 раза проигрываешь, то тебе сразу выпадают билеты, и, ну, все свои сундуки ты потом уже не успеваешь просто собирать. Да, тут я уже проигрываю, видите?
зажимаю себя, не даю, ну, это вообще, это неправильно я сделала, сейчас плохой ход был. Видите, не могу уже пройти, то есть, все, я опять проиграла. Еще раз. Вот видите, мне сразу выпал, чтобы я смогла уровень пройти. Мы сразу с вами не посмотрели. Надо было сразу посмотреть, сколько там фрагментов было этого фантома. Надо было. Что-то как-то я протупила. Уф, все целы. Давненько дикий дракон не нападал на человека вот так. Возможно, этого дракона разозлили не мы, а подводная лодка. Если эти драконы родственники древних тиранов, как вы считаете, тогда этот механизм... Не обращайте внимания, все равно я понятия не имею, где мы. Это существо сбило нас с курса. То есть мы потерялись в глубинах моря? Стоп, смотри, по дну океана прогуливается дракон. За мной. Кажется, он дружелюбный, его чешуя опущена, и у него расслабленный вид. Не думаю, что он доставит нам неприятности. Папа, он хочет, чтобы мы следовали за ним. Так это нам и остается. Только это нам и остается. Отправимся за ним. Но сначала я должен попросить одного из наших друзей-драконов об услуге. Нет, помоги мне перевести. Наш мистический дракон может перенестись на Нуму и доставить сообщение Порше и Арии. Нужно сообщить им, где мы, вдруг нам понадобится помощь. Ты все запомни, мистический дракон. Хорошо, удачи тебе. Но тем не менее, пусть тут перевод ужасный, мы с вами все равно будем это все переводить, вернее, читать. Потому что я так хочу. Так, тут, конечно, очень ужасно. Так. О, хорош. Ну, давайте так, хорошо. Итак, у нас осталось еще две энергии, которые мы сразу, наверное, просрём. Потому что да, мы просрём эту энергию, потому что я неправильно пошла. Это просто начало, и я уже разухарилась и да. Отлично. Теперь надо ждать. Так, давайте посмотрим, насколько мы собрали нашего тирана. Где он? Ух ты, 193. Как я рада. 193. Ну и давайте откроем сундуки. Но перед этим давайте посмотрим, что нам может выпасть. Так, нам, ну, может выпасть вот этот вот друг. Лесной воин. Хочу его получить. Может выпасть вот эта вот красотка, краснорог. Ну и оранжевая шея у нас уже есть. Не первый раз ее уже получаем. Давайте откроем первую десяточку. Я леги не вижу, но я вижу вот этого краснорога, это уже хорошо. И еще два. Отлично. Отлично. Все хорошо. Сколько у нас? 17. Где у нас драконы? Объясните мне. Драконы. Он будет у меня доступен только в 4 главе. Так что и ждем его. У меня только первая глава. Так, по-моему, эти талисманы, они не тратятся, ну, не исчезают. Поэтому вот такие вот дела. Так, тут у меня ничего нету. Расходники, украшения, здания, яйца. Тут, да.
Ну что ж, друзья, на этом я буду заканчивать. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите, будете ли вы участвовать в тирании, какого бы дракона хотели. А с вами была Умка, и всем до скорой-скорой встречи.